Всем привет! Как и обещал, в 4 часа выхожу на связь. Сейчас подождем, пока побольше людей присоединится. Я тут готовлю, шел с тренировки. Последний раз ел аж в 11 утра. Привет, привет! Чуть задержался. Самочувствие супер. Супер. Финишная прямая. Привет. Последние 2 недели сушки. Вот как раз готовлю рыбу. Как я уже много раз говорил в своих видео, я за 2 недели перехожу на рыбу. Она очень хорошо доводит форму. Именно за 2 недели до соревнований я убираю все белки, кроме рыбьего. Потому что яичный белок пока месть ем еще эту неделю, а потом убираю. Почему убираю курицу за 2 недели? Потому что в курином мясе содержится креатин, он задерживает воду, как мы все знаем. В рыбе этого нет. Ну и вообще, не знаю, что присутствует такое в рыбе, но когда переходишь последние 2 недели на рыбу, начинаешь сечься просто капец. Сейчас я вам покажу, что. Вот, значит, пангасиус, филешка и спаржа. Сейчас расскажу о спарже. Кстати, спаржу вообще первый раз в жизни буду пробовать. Никогда я не ел. Почему не ел? Потому что килограмм прям стоит 20 баксов. А сейчас у нас появился наш молдавский. И он стоит 2 бакса, вот поэтому купил. Рыбу на масле жарю, да, на масле, вот на таком масле сайхерба, кокосовое масло, на нем всегда все жарю. И грудку на сушке на нем жарю, и чуть-чуть, то есть я вот оно, такой идет консистенция. Как бы его можно чуть подогреть, допустим, в микроволновке, оно будет жидко. Вот так беру на кисточку, мажу сковородку и все. Это кокосовое масло, вот спрашивают, что это кокосовое масло. Чем оно полезно? Кокосовое масло — это единственное масло, которое не выделяет канцероген при нагреве. Сейчас поперчим рыбу. Потому что любое масло, какое бы оно ни было, оливковое, растительное, неважно, при нагревании выделяет канцерогенные вещества. Рыбу я просто сыплю соль. Перец, паприку. Задавайте ваши вопросы, если у вас есть какие-то, буду отвечать. Влияет ли АЭС на память? Блин, не знаю. Думаю, нет. Заботы различные влияют на память. 7 на 9, 63. Таблицу умножения знаю хорошо, не волнуйтесь. Даже несмотря на то, что 0 углеводов, как бы соображаю. По фарме можно? Можно, ребят. Любые вопросы. Я абсолютно открыт. Я выставляю всегда все свои схемы. У меня секретов никаких нет. Потому что из 100 людей, по-любому, дай бог, чтобы половина могли это выполнять. Поэтому, что скрывать. Все, что хотите. Где живу? Живу в Кишиневе, Молдова. Столица Кишинева. Кофе пьешь? Кофе пью только на сушке, когда чувствую, что энергии не хватает. Но за 2 недели убираю. Тоже держит воду. ПКТ после курса пропионат плюс нандролон фенил, а смотря сколько недель был курс. То есть все зависит от 8 недель. Ну, вообще для начала неплохо бы сдать анализы. Но из моего опыта после такого курса это обычно 10 дней кламида по 100 миллиграмм и 10 дней по 50 миллиграмм. Обычно этого хватает. Но опять же говорю, лучше сдать анализы, посмотреть, как все, как обстоят дела. Кстати, кто-нибудь готовил когда-нибудь спаржу? Как ее готовить вообще правильно? Потому что я ее просто обжариваю, я не знаю даже, как ее готовить.
Сколько отдых между курсами, чтобы не посыпаться? Ну, чтобы не посыпаться, недели, если это были длинные препараты, недель 6, если короткие, недельки 3. В принципе, есть много способов не посыпаться. Один из них – это облегчать нагрузки. Второй из них – это подкалывать инсулин в небольших дозировках. Только в тренировочные дни, после тренировки 5 единиц инсулина. Очень хорошо работает на сохранение мышечной массы. Если вы даже при этом сыпетесь, то еще 5 единиц утром в день без тренировки. От чего акне на курсе? Ну, вообще акне происходит из-за того, что жирная кожа. И такие препараты, допустим, как нандролоны и тестостероны, в общем, все, что задерживает воду, делает вашу кожу, по сути, жирнее. Но опять же, если по моему опыту, допустим, у меня сейчас прыщей нет, то есть давным-давно уже. С чем это связано? С тем, что я перестал есть всякую хрень. То есть я не ем сладости и так далее. Так, как лучше начал курс? Можно еще раз вопрос, не успел прочитать. А, нет времени для перерыва. Ну ничего страшного, 16 недель у тебя выйдет. Это нормальная подготовка. Обычно так и готовится 16 недель. Кто 12, кто 16. У меня вышло где-то вообще 20 недель. Курсы для любителя, какое время лучше всего? Да когда вам хочется, тогда и курсить. Грыжа в поясничном отделе, можно ли тренироваться? Можно, просто нужно исключить компрессионные нагрузки, всякие жимы стоя над головой, приседы, конечно же. По возможности все делать сидя. А тренироваться можно. Продолжительность курса для любителя от 4 до 6 недель, я думаю, достаточно. И для любителя курс должен быть раза 2-3 в год. Стоит ли делать ПКТ или с массой сразу? С массой сразу на сушку, если у тебя нет времени. Какая тема? Да нет у нас никакой темы, просто ребята задают вопросы, на которые им интересно. Пример курса для любителя на 5 недель. Ну, к примеру, Суст и Трен или Суст и Дека на 5 недель. 2 куба Суста, 2 куба Деки в неделю. И бюджетный вариант получается. У вас получится затратиться ровно по одному флакону. Первый курс лучше с маслом, например, Проп или Турик. Я вообще против того, чтобы начинать с тестостерона. Я за то, чтобы начинать с более легких препаратов. Если это масляный препарат, то это нандролон фенилпропионат на 5 недель. ПКТ после курса 16 недель. Нужно сдавать анализы. Надо всегда смотреть по анализам, нельзя так вслепую сказать. Тут пишут, что плохо слышно. Реально плохо слышно или у парня проблемы просто? Не, нормально слышно, говорят. Хорошо слышно. Анализы сдаются сначала после курса, в тот момент, когда уже вывели все препараты. Период выведения вы можете посмотреть на сайте, допустим, SportsWiki. А потом вы проводите ПКТ. Потом сдаете анализы, смотрите, восстановились ваши гормоны или нет. Если не восстановились, вы просто продолжаете дальше делать ПКТ. Пока не восстановитесь. ПКТ занимает по-разному, смотря сколько не слезать.
По КТ после курса СУЗДЭКа на 5 недель. Ну, во-первых, после такого курса 3 недели мы вообще ничего не делаем, потому что препараты еще в крови. И через 3 недели мы сдаем анализы, смотрим и по анализам уже вычисляем по КТ. Что готовлю? Готовлю рыбку и спаржу. Покажем. Вот. Вот так у нас аппетитно выглядит. Рыбку скоро надо будет переворачивать. Да, красиво, красиво. Да, кушать хочется, блин. Не кушал с 11 утра. Какие анализы после СУЗДЭКа на 5 недель? Значит, эстрадиол, пролактин, тестостерон общий, ЛГ и ФСГ. Вот тут благодарят за совет по поводу трена Гекса. Всегда пожалуйста. Я всем говорил и говорю, что это самый лучший трен. Потому что все остальные трены, как по мне, какая-то бодяга. Ну, как бы, блин, не чувствуются они так. От трена Гекса прям потеешь ночью, как сумасшедший. Чем я занимаюсь, тут спрашивают. Я занимаюсь бодибилдингом. Через 2 недели выхожу на сцену. Готовлю сейчас рыбу. Покушать. Почему СУЗДЭКа на 5 недель, они же только 2 недели включаются? Ну, во-первых, СУЗ включается сразу, потому что там содержится как пропионат, так и фенилпропионат. По крайней мере, у компании Вермоджи так. А длинные, да, включатся позже, но они и отключатся позже, понимаете? И вы спросили, курс для любителя все-таки, да? А не для соревнующихся. Поэтому я вам сказал курс на 5 недель. Если бы вы сказали для соревнующихся, я бы сказал на недель 12-16. Для любителя какой должен был быть курс? Такой, чтобы легко потом восстановиться. Курс мастерон и проб имеет ли смысл подключить трен? Конечно, имеет. Топ-3 спортивного питания, рыбий жир, витамины, ну и пускай, не знаю, блин, я протеин, БЦА и креатин поставил бы все в одно, вот, на третье, не могу выделить, но первое это рыбий жир и витамины, потому что белка мы-то все набираем, а витамины рыбьего жира мы не набираем с обычной пищей. На первой подготовке могут ли возникнуть проблемы с жиросжиганием? Ну, могут, потому что вы еще не знаете свой организм, вы не знаете, как вам лучше держать углеводы. Может ноль, может чередование, может наоборот нельзя опускать. Нужен опытный тренер. Вот я сейчас готовлю парня, который первый раз готовится. Но у нас все вроде бы получается. Единственное, конечно, кто первый раз готовится, не всегда удается именно глубины добиться, особенно ног. Вот единственная проблема. Но кому-то удается, опять же. От человека зависит. Какой дозировки трена стат? Ну, сотка через день нормально. Кардио делаю с утра. Сразу как просыпаюсь, 40 минут сейчас делаю. В начале сушки начинаю с 30 и сейчас по 40 минут. 6 раз в неделю. Да. Аполлона 30. Не понял, но так что-то по препаратам на массу курс бредовый. Примабала, вот это вот. Возьмите нормальный или Балганон, или Деку. Ну, либо Данон, или Нандролон. Можете короткую, фенил, можете
деканат, кому что больше нравится. Блин, реально вкусно выглядит. Посыпем это все паприкой еще. Я люблю. Что, ребята, есть еще вопросы или я пойду кушать? Сколько посоветую ставить на другом фене? Ну, если любитель, сотку через день. И еще раз последний вопрос. Что-то там про Молдову написали, не успел прочитать. Можно еще раз? Приятного аппетита, спасибо. А если от деки болят соски, значит у вас с пролактином проблемы. Идете на второй неделе, на 15-й день курса, сдаете анализ на пролактин, если он завышен, начинаете принимать кабергалин каждый пятый день по полтаблеточки. И соски болеть не будут. Если колите нандролон фенил, значит через неделю сдаете. Если дека, то он через 14 дней. Балду, в какой дозировке лучше? От 700 работает, только говорят, ну где-то от 600 миллиграмм работает балдуном. Можно ли за 2 недели что-то изменить в форме, недоволен формой, отступать не хочется. За 2 недели, блин, ну в принципе можно, но как бы я советовал. Угли убрать в ноль, кушать только рыбу и зеленые овощи, все. Это максимум, что ты можешь сделать. Максимум. И конечно же убрать уже масло все, чтобы как можно больше из тебя воды вышло. Вот так. Все, ребятки, у меня еда готова. Я уже очень хочу кушать. Но буду выходить еще в перископ, так что копите вопросы, записывайте. Всем спасибо за внимание. И до скорых встреч. С вами был Виталик. Пока. Самое сложное это остановиться каждый раз.